И информация о борьбе с коронавирусом на утро 9 апреля. Вначале из нашей больницы. Обращение с ОРЗ 4 человека, из них все четверо дети. С пневмонией 0. Подозрение на коронавирус от 7.04. Результат анализа негативный. Подтвержденных случаев коронавируса в Славутиче нет. А вот это реальная фотография из Славутической больницы. В таком костюме врач в субботу давал консультацию пациентки с подозрением на коронавирус. На своей страничке в Фейсбуке он поделился впечатлениями от этой субботы. Информация о заболевании коронавирусом по Украине. Всего на 9 число заболело 1892 человека, на 224 больше, чем на среду. 45 выздоровело, плюс 10 относительно среды, и 57 летальные исходы, плюс 5 относительно среды. На заседании Кабмина на этой неделе обсуждали вопрос о продлении карантина до середины мая. Приняли предварительное решение выводы делать после 20 апреля. 75% опрошенных украинцев считают, что карантин не нужно завершать, пока это не покажут цифры. Напоминаем, по цифрам пока у нас количество заболевших плюс 224 от вчерашнего дня. Интересное приложение к газете в Греции. Если вы приобретаете газету, вы получаете вот такой дополнительный подарок. А это фото из Бостона, гостиница, в которой проживают врачи и медсестры. А вот так с уважением относятся к памятникам в некоторых странах. В Перу ввели дополнительный запрет. Теперь по понедельникам, средам и пятницам запрещено выходить на улицу мужчинам, а для женщин этот запрет касается вторника, четверга и субботы. Но не все хотят лечиться от коронавируса. Мини-сюжет из Арзамаса. В городе Арзамас, Нижегородской области, врачи-инфекционисты устроили целую спецоперацию по поимке больного, зараженного коронавирусной инфекцией. На кадрах видно, как мужчина, зараженный COVID-19, убегает от врачей, которые пытаются доставить его в больницу. Дальнейшая судьба спринтера из Арзамаса пока неизвестна. И немного информации о коронавирусе с улыбкой.